фантастика. С линии штрафной в дальнюю. Ничего себе удар! Антонов. Слева не было нарушения. Обыграл двоих Антонов, заработал нарушение, но при этом остается мяч под контролем черноморца. Все еще! И к тому же здесь есть второй забитый мяч. Какой гол от Магомеда Абакарова, который, возможно, закрывает все вопросы по этой игре. И вновь партнеры хватаются за голову, но в этот раз уже от изумления забитого гола. Аркадос в атаке. Пока чуть больше, Аркадос на чужой половине поля находится. Играет, может быть, в позиции силы, когда ты играешь дома. Есть такое. Вот здесь неплохо закручивается мяч. И 1-0 в пользу Торпедо. Гол, красавец! Просто фантастический гол Алексея Усанов. Он сейчас развернул, и он пробил в дальнюю девятку. Фантастика какая. Я сначала думал, что мяч летит мимо, он не закрутит он в дальнюю, но он докрутился. И посмотрите, какие эмоции некоторых выставки, мне кажется, сами в шоке от действий партнера. Алексей Усанов. Все думали, что он пробьет слева, и я так думал, а он под правый убрал. Динамо, Осокин. Осокин! Ну, нельзя, конечно, в центре поля таким заниматься! Это гол Ещук! Фантастический удар издали, вот он пришел. Казалось бы, не было моментов у Санкт-Петербургского Динамо, и восхитительный удар удался у седьмого номера Динамо Данила Ещук. Да, гол на заглядение, безусловно, появится во всех соцсетях повтор этого мяча. Шикарно. Красивее Динамо, на мой взгляд, еще в этом сезоне не забивало. Ну и, безусловно, нужно Ещука поздравить с этим голом, новичок команды. Не понял до конца, не увидел, как именно партнер открывается, да и передача получилась слишком читаемой. Хорошо сработали костромичи в этом эпизоде. Да и не удар! И такое бывает в футболе. 2-1! Ого! Ничего себе удар! Давайте смотреть! Филипенко сместился в центр, пробил мяч. Как он отскочил! От руки в перекладину, от каркаса в спину Егорскому и далее в створ ворот. Крылся уже несколько футболистов уже подряд. Сначала Компов, потом Суконкин. В итоге Андрей, подача, удар и какой гол! Игнатович! Это Ибрагимович, а не Игнатович. Просто сейчас был, но просто невероятный мяч. Спиной к воротам, вот так с разворота отправляет верхний и дальний угол Евгений Игнатович. Андреев вторую голевую на свой счет записывает. Вот это гол. Да, это, конечно, просто что-то невероятное было. Но и сейчас Евгений Игнатович, я думаю...